Самолет, с которого в Ленинградской области совершил свой последний прыжок спортсмен-парашютист, не имел ни свидетельства о государственной регистрации, ни сертификата летной годности. Более того, у пилота нет лицензии на перевозку пассажиров и сертификата авиационных работ по воздушному десантированию. Он еще неоднократно привлекался к ответственности за отсутствие документов, разрешающих совершать полет. Вечером в пятницу в Гатчинском районе Ленинградской области, прыгая с парашютом самолета на территории аэродрома в поселке Никольское, разбился спортсмен-парашютист. Трагедия произошла из-за того, что парашют не раскрылся полностью. Спортсмен скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу. Сейчас прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела.